из-за этой долбанной непогоды в городе Тюмень у нас сорвало венки и упалось на площади памяти. Куда-то все дворники смотрят. Надо будет помочь. Не проходить за мимо такой беды, да? Ой, правда, я на работу опаздываю. Ой, сейчас Игорь поможет. Возложим венки памяти павшим солдатам. Ой! О, один есть. Не проходить же нам, видите, тут георгиевская ленточка все-таки. Как можно пройти даже мимо такой беды? Ой, беда, точнее, куда дворники смотрят? Че, смыло всех-то, а? Испугались воды? А мы так не испугались. Че, сотовый за вас попортим. Вот этот поправить еще на венок, третий. Ой, как он крепится? А что они не закрепленные, так, понятное дело. Ой, ну все, почти лифаемся. Эй, мой букет бывает. Из-за вас. Из-за непогоды. Если серьезно, то помог, чем смог. Так, чтобы каждый бы человек не проходил мимо какой-то там беды или катастрофы в своем городе. Можно бы меньше было бы проблем друг у друга, если бы поддержка была у людей друг друга. Еще деревья поваленные были в самом начале Текутевского бульвара. Все, делал дело, гуляй смело. А-а-а.